Пентагоне набирает обороты скандал с подтасовкой разведданных. Более 50 аналитиков Центрального штаба Минобороны направили коллективную жалобу на руководство, которое, как они уверяют, неоднократно фальсифицировало сведения в их отчетах по группировке «Исламское государство» и «Аль-Каиде». В частности, эти террористические организации в Сирии изображались более слабыми, чем было на самом деле, а успехи американских военных в Ираке приукрашивались. В то же время всячески продвигалась идея о необходимости боевых действий. Если же деятельность США в докладах оценивалась негативно, то их возвращали на доработку. По словам сотрудников, на стол начальства в Вашингтоне, в том числе президенту Обаме, попадали только те рапорты, которые представляли военную кампанию против исламистов в розовом цвете, несмотря на крупные поражения в Ираке и сложную ситуацию в Сирии.